Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Для садовода не секрет, что богатый урожай яблок закладывается еще весной на этапе защитных обработок дерева. Ведь нарастить хороший урожай без обработки сада практически невозможно. Вполне очевидно, что в разные сроки появляются разные болезни и вредители. Соответственно, для каждой фазы развития яблони должна быть своя специфика проведения ее обработки. Про первую раннюю обработку я уже рассказывала. Но чем же нужно обработать, когда начинают вылазить зеленые листочки? Опытные садоводы называют это время фазой зеленого конуса. На деревьях почки уже лопнули, но листья еще не развернулись. Так вот, опрыскивание в фазе зеленого конуса считается самым важным и наиболее благоприятным периодом для обработки яблони от болезней вредителей. Так как множество насекомых активизировались в тепле и уже готовы делать свое грязное дело. На этом этапе применяют уже более серьезные средства, например, хорус. Он отлично подойдет против всех видов болезней. Против вредителей можно использовать актара, биотлин, генмикс, энджио и райок. Кстати, хорус отлично работает при низких положительных температурах, около 4-5 градусов. А вот райок лучше действует при более высоких температурах, плюс 10, плюс 15. Опытные садоводы советуют препараты от болезней парши «Здоровый сад». В некоторых случаях он обеспечивает 100% устойчивость яблонь к парше. И применять его можно в любую фазу развития яблоневых деревьев. Для получения рабочего раствора надо взять 7 гранул, которые следует растворить вначале в 100 мл воды, а затем влить в него еще 900 мл. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!